Приветствую, друзья мои. Ну, такая вот зарисовочка небольшая, спонтанная. Вот как бы Хочику, да, это Хочику именно. Такая серьезная флейточка. Вот, но это флейта не для... Not for sale. То есть это флейта, на которой я играю, если что. Вот. Хотя действительно такая прям привлекательная. Обаятельная и привлекательная. Вот. Что же это за такая, в общем, загадка? Хочику, да, Хочику. Секухати, Хочику. Вот уже много лет я записываю какие-то видео. Ну и вообще в целом какая-то информация появляется. Вот, ну там даже стали появляться какие-то совсем старые источники, да. Хисамацу Фуи там есть, например, кое-что. В виде текста или там какие-то размышления от Ватадзуми, даже в видео, там и Кокуни Шимура даже на видео появился. Но все это на самом деле такая, ну, как бы капля в этом океане того, что можно об этом сказать, тех примеров или тех каких-то вот флюидов, которые можно донести до интересующихся. Вот. А, собственно, тема такова, что это именно от интересующихся зависит. То есть это, ну, так скажем, вот опять-таки, если ассоциация океан, то если вы подошли к берегу, да, к океану, и если вы, ну, скажем, какой-то исследователь, то вы делаете лодку, плывете, потом там ныряете, делаете какое-то исследование, да, что же там происходит. То есть вы, у вас возникает вот это желание исследовать этот океан, какой он в длину, ширину, в глубину, какие там обитатели и так далее. Вот. Для этого вы, ну, как бы, уже должны обладать этим, наверное, свойством, да, свойством какого-то вот желанием, какого-то постижения, исследования. Если этого желания нет, то оно может, ну, то есть оно может прийти через какие-то, я не знаю, там, рассказы или... То есть какой-то появляется путешественник и говорит, а я вот путешествовал по этому океану, там есть такие-то вот пространства, есть такие-то там обитатели, есть такое... Там есть какие-то острова, еще что-то. То есть и вы так, ну, как бы до этого, может быть, не интересовались, ну, просто океан и океан. Вот. А когда послушали вот этого путешественника, вы как бы, да, слушайте, интересно, действительно, может быть, тоже стоит принять участие в следующем путешествии. Вот так и с флейтами, то есть откуда-то этот импульс возникает, то есть вы смотрите какой-то фильм, слушаете какой-то там альбом, какие-то записи, что-то читаете, слушайте какие-то интервью, какие-то вот всякие такие видео там, где кто-то делится своими ощущениями. Вот так оно и происходит. Вот. И вот как сейчас уже в современном мире стало очевидно и заметно, что то, что нам кажется
ну, знакомым, то, что как бы мы знаем, да, то есть вот мы там, допустим, ну, тот же океан, опять-таки, вот, ну, вот океан, ну, вот как бы мы знаем, океан, он вот тихий, там, атлантический, там, и как бы мы вроде, как будто бы знаем, но по факту мы на самом деле ничего не знаем. То есть даже сами сейчас ученые, там, исследователи говорят, что, ну, мы там, насколько-то там, всего лишь процентов этот океан, мы его изучили. И то это так, с натяжкой. Вот. Но вот представляете, да, даже вот ученые, которые там путешественники и так далее, говорят, что ну, мы там чуть-чуть всего лишь знаем. Ну, вот, постоянно открывает каких-то новых там обитателей и прочее-прочее. Какие-то свойства, еще что-то. А мы, которые вообще, как бы, допустим, не путешественник, кто-то вообще даже к океану и близко там не подходил, мы как будто бы уже знаем. То есть мы вот прочитали где-то там, что вот. И вот эта иллюзия знания, она проникает во все области жизни, в том числе вот в секухати-хучику, бамбук. То есть мы смотрим, и вроде нам какую-то дают информацию, секухати, там, лихучику, это вот там пять дырочек, там, бамбук, и мы вроде как бы вот смотрим, такие, а, ну все тут как бы понятно. Но когда мы начинаем туда проникать, то мы понимаем, что это такой же вот океан, и ощущений, и, ну, и тех же даже и просто знаний, огромное количество, да, то есть мы, ну, я не знаю, примеров много, они просто возникают спонтанно, вот как раз, например, я провожу вот эти вот онлайн-занятия в Zoom, где возникает вот это вот, в зависимости от запроса человека, возникает какой-то пример, ну, вот, скажем, в сознании человека флейта это, это что-то такое, то есть вот дырочку открыл, тан-тан-та-та-тан, и вот как бы музыка, да, то есть такое представление. Но оказывается там, когда мы вот встречаемся с такими флейтами, то каждый оттенок, да, то есть... То есть вот какое-то движение в сочетании с другим движением дает какой-то звук, который вы не могли себе не представить, не вообразить, не тем более испытать его ощущения. И вот как бы и вовне, и изнутри. Он что-то вас открывает, что-то прокачивает. И у этого много еще есть таких вот слоев. Вот, опять-таки, которые открываются через практику. Вот. И для того, чтобы это происходило, собственно, нужно, ну, во-первых, иметь этот позыв, этот запрос. И тогда, соответственно, во взаимодействии с тем, кто уже находится в этом пути, кто уже путешествовал, так скажем, да, исследовал, он может с вами делиться, да, и причем делиться одновременно открывает для себя что-то, потому что есть такие вещи, когда, ну, ты просто знаешь это по факту, но как бы не уделяешь этому внимания в плане того, чтобы расписать это, как бы, да, то есть ты просто знаешь тактильно вот какое-то там движение, но когда человек спрашивает, то ты отвечаешь и как бы сам туда вниманием погружаешься, и ага, вот же что происходит, да, то есть ты как бы записываешь это вот, вот такое-то движение, такое-то вот скользит там, допустим, пальчик, вот так он скользит или так, и ты это отмечаешь, да, вот у японцев это, собственно, одно из их вот свойств, которое и воплотило это секухати, да, в целом, уделение внимания каким-то вот тонкостям, да, то есть, плюс еще их, ну, как-то обозначить, да, то есть, допустим, вот эти все названия секухачьих движений, там, всякие фурии, юри, мурайки, саварии, значит, и прочее, прочее. То есть у каждого движения, у каждого элемента есть свое какое-то определенное название. То есть это было подмечено и обозначено. Вот.
Здесь опять вот люди попадают, бывает, в это вот как бы знание. То есть, когда ему сказали вот человеку, да, что вот это такое движение там, называется там РУ. Допустим, вот этот ударчик, да, у нас по первому отверстию РУ. Но чтобы это, ну, как бы действительно понимать, нужно его там, ну, скажем, миллион раз сыграть и прочувствовать, как на разных флейтах это звучит, как это влияет и прочее, прочее. Но знание, оно вот такое, да, книжное, то есть значок РУ, удар по первому отверстию. Вроде бы знание, а вроде бы и ни о чем. То есть опять ощущение, да, то есть вот на такой флейте там это 90, там больше 90 сантиметров, огромный там диаметр, это как бы одно ощущение. Здесь уже это вы, допустим, играете практически как на барабане. На маленькой флейте это будет другое. То есть звучать будет по-разному. Не в плане лучше, хуже, а в плане вот как бы, ну, ощущений. Вот. Именно это основное вот, ну, я говорю, что это не только, не только как бы к сикухате относится, это ко всему в жизни. Вот просто, если, не знаю, замечаете вы, не замечаете, если не замечали, то попробуйте приглядеться внимательно, что вот все так. То есть у нас восприятие, оно такое как бы поверхностное, замыленное, то есть мы как-то вот проскакиваем. И в итоге проскакивает вся жизнь, да, то есть человек, она как бы так пролетает, а потом человек в лучшем случае замечает, что ой, а что-то я как-то ничего и не заметил, так сказать. Вот. И наоборот, когда человек, ну, наиболее тотально присутствует в каких-то процессах жизни, он эту жизнь как бы, ну, так скажем, проживает, полноценно воплощает, да. Вот, конечно, невозможно уделить, понятно, что внимание там всему, и нет такого идеального алгоритма, способа, так скажем, воспринимать все и так далее, но сам импульс, он есть, и он может быть воплощен. Вот, и сикухати, хочикуан, эти флейты, они как бы вот, ну, аккумулирует этот процесс, так скажем. Ну, у всех по-разному, и понятно, что это не панацея какая-то, но вот именно сам импульс эти флейты дают. И чем, опять-таки, чем флейта более, ну, сделана, так скажем, мастерами, понимающими вот эти вот определенные свойства, тем, соответственно, и такая флейта будет, скажем, лучше оказывать это вот влияние, помогать этому процессу происходить. Вот, друзья, так что интересуйтесь, играйте на сикухате, хочику, у кого есть, а у кого нет, соответственно, интересуйтесь в направлении того, чтобы такую флейту или какую-то флейту найти. Для этого есть, соответственно, специальные люди, которые эти флейты делают.